вами, как всегда, Аня. И сегодня я вместе с вами пройду новый квест в Шарараме. И этот квест заключается в том, что на Шарарам летят астероиды. Я думаю, что это ужасно. Но прежде чем начать проходить квест, я вам хочу кое-что сказать. Так как, ребята, уже на днях я улетаю в такую прекрасную солнечную страну, которая называется Испания. И я хочу у вас спросить, какие же вы видео хотите, чтобы я сняла для вас в Испании? Может быть, с моим братом Алексом и сестренкой Лизой? Напишите об этом обязательно в комментариях. И даже если это будет просто сумасшедшая идея, то я вас, конечно же, поддержу. И все самые классные и интересные идеи я, конечно же, воплощу в жизнь. И еще, ребята, не переживайте за то, что канал будет пустовать, так как я уже сняла очень-очень много видео для вас. И, конечно же, их смонтировала. И пока я буду в Испании, они будут автоматически выкладываться на YouTube. И я вас буду почти что каждый день радовать новыми видео. Ну что ж, ребята, давайте же я поскорее начну проходить этот прикольный квест. Ну что ж, я загружу Safari на сайт Смешарики и сделаю полноэкранный режим. Итак, ребята, вот мы с вами входим в Шарарам. Комета упадет на Шарарам, скорее на космодром. Итак, вот эта комета, кажется. Она такая прикольная. Квест сам по себе очень классный. Ребята, пока не забыла, нужно надеть камеру. Кстати, ребята, еще в подарок получается аксессуар кометы. Вот так вот она выглядит. Но я ее сейчас должна буду снять, чтобы повесить на себе камеру. И также мы в конце можем получить смайлы. Не так, сейчас он загрузится, вот. И мы с вами идем в космодром. И здесь у нас капитан Базу. Каждую сотню лет в небе над Шарарамом пролетает комета. Еще древние смешарики любовались ее появлением. Но вот раз что-то пошло не так, комета стала нападать на наши космические корабли. Смешарики напуганы, вдруг комета нападет на Шарарам. Тому, кто успокоит комету, мы вручим крутую награду, что делать подскажет гонка. Окей, проверим, готов ли ты поймать комету. Скорее поговори со мной, Базу. Хочешь поймать комету, а ты знаешь, как она выглядит? Посмотри картинку и успей отметить все кометы. У нас время еще, уж кто нам? Нам еще не сказали даже. Давай ты, грузи, вот. И самое главное, пока человек читает, это время идет. Ну давай, загружайся. Загрузился. Кроме тебя на поиск кометы хочет отправиться космический пират. Поговори с ним. Ну хорошо. Пирату. Я не знаю, как он выглядит, но все же. Космический пират. Я знал, у меня есть такая магия. Я вам потом ее покажу. Ох ты, кто это тут у нас? Как это кто? Полечу вместе с тобой комету усмирять, дружище. Ахаха, он спешил. Я один поймаю комету и все награды заберу себе. Один, да эту комету втроем едва одолеть можно. Ну так, иди, собирай команду. Наверняка в Шарараме найдутся безумцы, которые смогут тебе помочь. Конечно, я соберу. У меня-то есть друзья, в отличие от некоторых. Итак, ребята, вот эта магия, я сейчас вам ее покажу. Где она? Сука, у меня уже магия. Вот, видите? Точно такая же магия. Ладно. Главное, нужно там было... А, собирать команду. Теперь мы должны ходить по Шарараму, искать персонажей, которые согласятся с нами полететь. Скажу сразу, то, что только два персонажа согласятся с нами лететь, остальные нет. И еще. Вот сначала нам нужно пойти в парк аттракционов, если вы хотите меньше ждать, потому что здесь стоит Брейкер Джонни, которому нужны диски. А нам не хватит дисков. Даже с этими тремя картами, которые у меня есть. И хватит, нам нужно все равно 10 минут ждать. Все равно пойдем куда-нибудь еще. Посмотрим персонажей других. Нету. Тремучий лес. Вот этот костюм, ребята, я знаю, откуда он. Его разработчики Шарарама взяли от фильма, который называется «Дети шпионов 3», кажется. Там был точно такой же костюм. Я помню. Только его теперь воплотили в мире Шарарама. Но мне не очень
нравится. Главная площадь. Мы всего что одного персонажа нашли. Вот жрец. Совет жрецам. Я не могу с тобой полететь, но открою секрет. В одном из этих свитков написано, как усмирить ракету. Комету. Не ракету, а комету. Найди свиток секрета, у него нет пары. Начнем с этой. У него есть пара. Это есть пара. В общем, вот это, ребята. Окей. Здорово. А вот и секрет. Чтобы успокоить комету, просто погладь ее. Удачи. Надо ее погладить? Нет. Ромашку удалила. Копаточка. Я готов лететь за кометой, только вот мой груз захватили цветы жруны. Понятно. Цветы жруны. Надо обязательно собрать их все и пересадить, сосчитай, сколько цветков на картинке. Я знаю, откуда это растение когда-то давалось в каком-то квесте еще 100 лет назад. Ладно. 13 штук. Ты нашел нового члена команды, продолжай поиски. А сейчас мы с вами должны будем сидеть в клубном портале и ждать эти диски. Через 7 минут, но пока что я пообщаюсь с вами. Стань диджей. Ну ладно. Я здесь пока что посижу, чтобы подождать. Только надо где-то здесь стать, потому что чтобы вы не загородили. Потому что всегда бывает такая проблема. Вы случайно, не зная этого, загородите коробки с дисками. Или с чем-то еще. Аня, привет, ребята. А у меня, как всегда, английский язык. Так, сейчас посмотрим. Аня, ты снимаешь, ребята? Да, я снимаю. Сколько у тебя огня? В каком смысле? Вот это? Вот этой штучки? У меня 3 штучки. Но я этим не очень увлекаюсь, честно. Не очень. Потому что единственное, что здесь может быть интересным, диван. Ну, кипарь не очень. Вездеход. Вот вездеход крутой. Я буду на него зарабатывать. А, я первый раз в ролике. Здорово. Аня, пошли к тебе в клуб. Нет, ребята, я должна буду здесь посидеть. Ну, потому что надо подождать коробки с дисками. А, вот это как выглядит, да, дирижабль? Дирижабль. Я думала, за тобой будет лететь, а нет. Это фигня, значит, это значит нет. Аня, супер, Аня, класс. Кто не верит в унитаз? Здорово. Ребята, я хочу вам сказать то, что комета саму по себе, сейчас, сделали довольно прикольный медальку, точняк. Потом я вам покажу медальку, это обязательно. Хвостатые смайлы? И, кстати, мне очень нравится то, что теперь в значке самого задания показывается, какие этапы выполнены. К примеру, в этом квесте всего 5 этапов, мы сейчас на 2-м этапе. Понятно. Ты любишь кексы? Естественно. Но я люблю кексы. Ты самая крутая, спасибо. Аня, может вопрос? Конечно. Когда видео выложишь? Скоро. У меня скоро день рождения, здорово. Ты снимешь обзор дальше на Sims 4. На Sims 4 я... хочу снять. Может быть, я еще сниму несколько видео перед тем, как я поеду в Испанию. И про Sims 4, может быть, тоже будет. Вот такая вот дирижабль. Это, это вот в этой штучке. Понятно. Да, сколько там осталось? 3 минуты, когда вот вопросы-ответы. Если честно, ребята, в скором времени я уже готовлю. Аня, пожалуйста, передай мне привет, я Арина. Ну, привет, Арина. Аня, суперская, спасибо. Аня, скажи мне привет. Ну, привет. У тебя там такой ник? Я не вижу. А если я уже нажму, то это будет 3 часа грузиться, и будет ужасно. Я желаю тебе бриллиантовую кнопку.
Уже второй раз желаю бриллиантовую кнопку. Ну это так здорово. Это моя мечта. Дальнейшая на ютубе. Аня Сапирани класс, это не верит в унитаз. Прикольно. Желаю тебе много под... Можно вопрос? Конечно. Вот. Диск. Ребята, я уж пошла дальше проходить квест. Итак, карта Шарама, и теперь в парк аттракционов. Брейкер Джонни, твоя команда готова? Возвращайся ко мне, чтобы отправиться в полет. Ну куда нам деваться-то? Сюда. Вот, смотрите, Зябра, Земля, Комете. И тут у нас как минимум уже будет 4 квеста, когда мы будем открывать новые планеты. Круто. Комете, давайте. Полетели к Комете. Вижу комету, давай привлечем ее светом прожекторов. Копатыч и Брейкер светят прожекторами. Рассмотри картинку и посчитай, сколько раз они должны сверкнуть, если будут работать вместе. 5 раз. А это будет всего 5. 3 плюс 2 будет 5. 2, 3, 4, 5. В нас кто-то стреляет! Кто это сделал? Спасибо, что выманили для меня комету. Зашиби меня, пчела. Это значит, как прикол. Пройдут годы и месяца, но буду помнить я всегда. Укуси меня, пчела. Так убрать эту футболку в подарок. А вот. Зашиби меня, пчела. Пирата такой. Так это ты в нас стрелял. Конечно, теперь я поймаю комету сам, и вся награда останется мне. Эй, он отстрелил наш двигатель. Вот глаза у них просто, знаете, такие уменьшились. Ты с ней не справишься, только я знаю секрет, как ее поймать. Смотрите, не заскучайте. Скатертью дорожка, пират. И теперь мы должны будем найти двигатель. Знаете, я его искала 15 минут. Но потом я просила вас, чтобы вы мне сказали, где это двигатель для ракеты. Вы не сказали. Ой, очки какие-то. Очки в подарок. Так дальше... Опять на космодром. А раньше, ребята, кстати, под воду можно было только заглянуть в специальном скафандре. А сейчас этого не сделали. Ты нашел двигатель, скорее лети к пирату. Хорошо. Погладь комету. Кликай по комете, чтобы погладить ее. Погладь веселую комету, чтобы заработать больше баллов. Не трогай комету, когда она злится или потеряешь жизнь. Тебе удалось успокоить комету, кликни на нее, чтобы узнать, от чего она злилась. Комета! 14 смешных, ну спасибо. Поговори с кометой. Наконец-то! О, привет, говорящая комета, все как я люблю. Отлично. Неужели? Что? Ох, я тысячу лет летал на шарам, летал. Ну, с кем не бывает. И хоть бы кто, ну хоть кто-нибудь обратил на меня внимание. Никто не говорил со мной, никто не играл и не дружил. О, так ты поэтому приставала к нашим ракетам и мешала им летать. Я хотела внимания, я же комета. Воу, вот тебе мое внимание, бери сколько хочешь. Впервые за 1000 лет на меня кто-то обратил внимание. Выбирай подарок. Я хочу хвостатые смайлы. Ищи их на игровой панели. Обычно там ищи их в отделе смайлов. Вот и меня. Пойдемте ко мне в домик. И еще там все устроим. Так, я присяду, дом открыт. Итак, давайте я вам покажу. Пока народу нету. А, типа, я на всех злюсь. Такая подмигивающая. Скучающая. И радостная. Это самое лучшее. Или вот это, на розовенькое. Еще такой пастельный цвет. А мне очень нравятся волосы у моего смешарика. Я всегда мечтала о себе в таких волосах.
Да? Пожалуйста, передай мне привет на камеру. Зовут Саша. Где моя мышка? А, мышка отключилась и подключилась. Естественно. Ну, привет, Саша. Итак, еще раз всем привет. Ребят, кстати, у меня возник такой прикольный вопрос, который я вам могу задать. Ребята, напишите в комментариях. Во-первых, многие из вас, я думаю, то, что в скором времени тоже полетят куда-то отдыхать. Или поедут куда-то отдыхать. И напишите в комментариях, что же вы берете с собой, ну, кроме одежды. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне будет интересно почитать. Аня, может, вопрос? Конечно. Ты любишь шарам? Ну, как игра, она мне нравится. Я знаю, как Аня выглядит в реале. Ну, я вообще-то с веб-камерой снимаю. Ну, я, конечно, не с вебкой снимаю, но я просто ставлю камеру и все. Она такая классная. Аня, привет, привет. Аня, супер, а не класс, кто не верит ему в глаз. Прикольно. Прикольно. Аня, может, вопрос, конечно. Она у меня в дыре. Ну, знаете, у меня все время дыре ассоциировалось как с днем рождения. Еще, ребята, знаете, вот некоторые поймут, вот иногда бывает человек, и он пишет просто с дыре. И ты такой думаешь, вот как же ты перетрудился, когда писал все эти три буквы-то? И я всегда им отвечал, ну, с ПСБ. Ну, типа, спасибо, с ПСБ раз с дыре. Аня, ты супер, спасибо. Аня, открой клуб. Ну, почему вы все в клуб хотите пойти? У меня клуб вообще-то и бесплатный. Аня, что? Аня, ты Аня. Спасибо. Но мне нравится эта магия дирижабль, надо тоже ее себе взять. Аня, ты снимаешь? Да. Я желаю тебе 256 миллионов подписчиков. Спасибо. Это мило все. А сколько тебе лет? Мне 7. Ну, мне 20 июля будет 10. Будет 10. Будет 11. Аня, ангел, а я демон. Демон. Мне никогда не нравится, честно, демон. Они злые. Но бывают же люди демоны. Характер. А мне 5 июля 8. Здорово. Это скоро уже. И сегодня первое. Кстати, ребята, я поздравляю вас с тем, что прошел целый месяц лета. Это так ужасно. Ну что ж, ребята, сегодня я вместе с вами прошла новый квест в Шарараме, где мы спасли Шарам от астероидов. И всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами была, как всегда, Аня. Всем до новых встреч, всем пока-пока!